Сегодня мы будем пересаживать королевскую пеларгонию. Летом я ее высаживала в грунт, потом впоследствии начеренковала, и из 8 черенков вот у меня один только выжил. И то, как бы он, видно, что он кое-как растет, я не знаю, что ему нужно. Наверное, я вообще выбрала для него плохой грунт. Для этого цветка, поэтому он так плохо растет. Сегодня попробуем пересадить его в другой грунт. Посмотрим. Тут даже корешочков как таковых вообще нет. Попробуем, что с этого получится, потому что я очень хочу вырастить дома себе шикарную королевскую пеларгонию. Но пока вот у меня не получается.